20 августа текущего года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Мажлиси Милли Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в районе Шохмансур столицы сдали в эксплуатацию лицей номер 4 для одаренных учащихся города Душанбе. После снятия покрывала символической доски лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с созданными условиями в новом образовательном учреждении. Современное учебное заведение было построено и сдано в эксплуатацию на основе указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках созидательных мер во имя достойной встречи величественного национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и созидательных начинаний руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В соответствии с проектом, лицей предназначен для 1440 учащихся в две смены и построен отечественным предпринимателем Абдуразоком Саидовым, учредителем открытого акционерного общества «Авиценна», и состоит из четырех соединенных между собой четырехэтажных корпусов. Новое учебное заведение состоит из 37 просторных классов по следующим предметам: химии, физики, биологии, астрономии, геометрии, естествознанию, математики, географии, информационным технологиям, военному обучению, музыке и хореографии, рабочих кабинетов для преподавателей и других вспомогательных объектов. Также в лицее имеются лабораторные кабинеты и учебные принадлежности для проведения различных экспериментов. В учреждении построены отдельные психологические и медицинские кабинеты, которые оснащены необходимыми приборами и оборудованием для оказания первой медицинской помощи. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что в новом учебном заведении особое внимание будет уделяться освоению различных ремесел. Для этого имеются просторные отдельные классы по трудовому обучению для мальчиков и девочек. В этих классах учащиеся будут изучать столярное дело, резьбу, шитье и кулинарию. В новом заведении также имеется шахматный клуб. Для любителей изобразительного искусства создан отдельный учебный класс. Для освоения современных технологий создан класс информационных технологий. В лицее есть видеопроектор с электронными досками. Построен просторный актовый зал на 340 мест. Большой спортивный зал лицея предназначен для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также имеется современная столовая на 200 мест. Библиотека насчитывает 5000 экземпляров учебной и художественной литературы. Здесь расположены просторный читальный зал на 100 мест и электронная библиотека. Имеется 15 компьютеров, подключенных к интернету. В ходе ознакомления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку уровню и качеству строительных работ, дизайну корпусов, счел достойным похвалы и подражания инициативу отечественного предпринимателя. Принимая во внимание то, что 2020-2040 годы объявлены 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, в лицее учебный процесс больше нацелен на изучение естественных и точных наук. Во дворе учебного заведения построена современная спортивная площадка. В лицее будут задействованы 50 высококвалифицированных преподавателей. Напомним, что с 2017 по 2020 годы на территории столицы было построено, реконструировано и сдано в эксплуатацию 24 общеобразовательных учреждения на 15 466 учащихся в одну смену. В 2021 году в Душанбе было построено еще 5 средних общеобразовательных учреждений на 6380 учащихся в одну смену. Продолжаются строительные работы в 15 других образовательных учреждениях, которые предназначены на 14414 учащихся в одну смену. Возведение и сдача в эксплуатацию нового лицея является логическим продолжением политики правительства Республики Таджикистан по развитию образования. Территория и окрестности объекта озеленены и украшены декоративными цветами и кустарниками.